А в Бабьем Яру вандалы ночью облили краской памятник Елене Телиге. Об этом сообщил глава ОУН Богдан Червак на своей странице в Фейсбуке. По его словам, это элемент сценария по дестабилизации ситуации в стране. Через несколько часов после инцидента активисты очистили памятник. Монумент украинской поэтессе Елене Телиге на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр открыли месяц назад, 25 февраля.